и вот они старые знакомые, Де Йонг и Тевес. Карлос начинает перенимать итальянский опыт. Надо обменяться телефонами, да? Какая у тебя сим-карта, а у тебя? Ну, я думаю, что заиграет Тевес. В Италии все-таки он крепкий, умеющий бороться за мяч, подвижный. Нападающий в плотной итальянской борьбе, он вряд ли пропадет. Неужели начнется серия с того самого... Да, это интересно, смотрите-ка. Итак, Робиньо против Маркос Торари. Вторая серия этой маленькой драмы. В игре бразилец не смог переиграть голкипера Ювентуса. Пробил он тогда в правый от себя угол. Посмотрим, как поведут себя в этот раз футболисты. Я думаю, что бить будет опять в правый. Я просто загадаю. А он пробил скорее в левый. Но ближе к центру поля. Но, вообще говоря, видите, Сторари думал, как я. И повторил этот прыжок в левую от себя сторону. А Робиньо отправил мяч. Здесь он чуть больше выдержал паузу, чем в первом ударе в игре. Поймал голкипера, и Милан Павел 1-0. Артуро Видаль против Кристиана Авьяльци. Ударом чилиец, но вообще говоря, конечно, объятие монстр. Он прыгнул и почти достал. Но удар был невероятно точным. Вот такие удары, наверное, в 99% случаев не вытаскиваются даже самыми лучшими вратарями. 1-1. К точке отправляется Найджел Де Йонг. Тоже удар из серии без вариантов, потому что это удар в девятку. Милан впереди 2-1. Дойдет очередь до всех. Пока Паоло де Челье, капитан Ювентуса. А, простите, Кристиан Лихштайн. Стефан Лихштайн, я говорю такое. Футболист, который нарушил правила, из которого был пенальти в ворота его команды. И он ошибается. А может быть, это просто красавец Абьятти. Снова угадывает направление удара. И не просто угадывает, но и достает мяч. Просто уровень ненависти, выраженный в шуме болельщиков Ювентуса, зашкаливает буквально. Конечно, болельщикам сейчас очень важно заставить следующего после промазавшего Лихштайнера миланца ошибиться тоже. Поэтому пытаются вас лепить лазерными указками. А Мексес бьет в девятку. Не хуже, чем Найджел Де Йонг. Невероятный самоконтроль. И исполнение удара. Развернул стопу и внутренней ее стороной отправил мяч правый от себя угол. Да, три удара точные в исполнении Милана. Ювентус отстает. Счет 3-1. И к мячу идет Карлос Тевес. Имеет возможность забить свой первый мяч. Серьезному итальянскому сопернику. Новой команде. Ой-ой-ой-ой-ой. Почему-то не стал прыгать объятия. Видимо, до этого
на каких-то сложных радиочастотах до него доносились сигналы, куда пойдет удар. А сейчас Карлос Тевес выставил какой-то экран и свои мысли надежно от голкипера защитил. Но как он вкатил мяч. Да, Лихштайнеру стоит поучить. Конечно, футболиста эта игра. Сегодня она ему не очень удалась. 3-2. И пора Ювентусу уравнивать шансы. Маркос Турари от него сейчас зависит. Многое. Нет, как выясняется. Сегодня Милан исполняет 11-метровые удары. Ну, за исключением небольшим, которое было в ходе игры, уже забыто. Безукоризненно. 4-2. И если сейчас промахивается Квадво Асамоа. То Милан станет победителем этой встречи. Да, ведь опять допрыгнул. Опять угадал. Кристиан Абьяти сегодня действует здорово. О, Ювентус пока жив. Ювентус в игре. Асамоа пробивает Кристиана Абьяти. Сбивает третий мяч в ворота Милана. Из 4 попыток. Ну и решающий удар. Если точен на Чирино, то все. Антонио на Чирино и Маркос Турари. Свисток прозвучал. Опа! Интрига жива! Чирино перепижонил всех. Адриано Гальяни, вице-президент Милана. Видели, да, какое выражение на лице? Да, перекрутил немножечко сейчас полузащитник Милана. И вот Мирко Вучинич. Его удар может отправить сейчас нас во вторую пенальтийную серию. Надо еще забить. Вучинич, он вышел на замену, он должен быть посвежее. Забивает. Просто потому, что он сильно послал мяч верхом над головой, руками над плечом Кристиана Абьяти. Хотя крупный, мощный голкипер снова, в общем, угадал направление, даже выставил руку в попытке выловить этот мяч. Было это сделать, наверное, все-таки невозможно. Серия номер 2 до первого промаха. Даниэле Боннера открывает ее. Счет 4-4. Уже 5-4 в пользу Милана. Да, вот если они не сочиняют ничего, футболисты Милана, я имею в виду, а просто бьют с достаточным усилием в створ ворот, у Стурари пока не было ни одного шанса. Право удара достается Федерико Пелузо. И он точен. Вторая серия началась безошибочно для двух команд. Объять что-то сейчас отказало его чувство удара, чувство направления. Бакай Трауре. Очень аккуратно установил мяч на точке. Небольшой разбег. И прицельный удар в ближний угол. Точнее, левый от себя. Положил мяч точнёхонько.
Феррари, конечно, здорово отбил удар Робиньо в игре. А сейчас не лучшим образом действует в воротах и не угадывает направление и своими действиями, перемещениями, ложными движениями не может сбить с толку футболистов Милана. Паоло де Челье. Без шансов для объятия. Потому что тот лег в правый нижний, а де Челье отправил мяч в левый верхний. Уверенно действует левой ногой капитан Ювентуса. 6-6. По одному промаху в первой серии допустили команды. 4 удара во второй серии пока безошибочны. Кристиан Заккардо. Ой, на тонкого. Очень на тонкого сейчас он пробивает. Сторари. Прошмыгнул мяч под боком у вратаря. В кои-то веки он здорово прыгнул. И имел все шансы этот удар остановить. Хорошо, Заккардо справляется. Симеоне Падуин. Ух! И все. И все. Симеоне Падуин. Полузащитник, исполнявший все стандартные положения в игре, допускает этот сбой. И Милан все-таки берет 3 очка. Милан таким образом сыграет против Сассуоло. После того, как Сассуоло встретит сейчас с Ювентусом. Ну и Милан, вне всякого сомнения, имеет замечательные шансы стать победителем этого турнира. Не повезло Милану. Кевин Принц Буатен заработал 11-метровый. Если бы забил Робиньо, то до этого, может быть, дело и не дошло. Но не повезло тогда. Пришлось попотеть, постараться задержаться у ворот еще на несколько ударов. Зато теперь есть отличные шансы побороться за общую победу. Я думаю, что на матч против Сассуоло выйдет уже несколько другой состав Милана. Ну и другой состав Ювентуса мы видим сейчас. Ну а прямо сейчас небольшая рекламная пауза.